Жители Дагестана меньше всего в России платят за услуги ЖКХ. Такие данные приводят РИА Новости. Такая же картина с платежами в Ингушетии и Хакасии. В этих регионах доля затрат средней семьи на услуги в сфере жилищно-коммунальных хозяйств не превышает 7% всех потребительских расходов. Обслуживание и обогрев обходится местным жителям в среднем в 2500 рублей. Самая дорогая коммуналка на севере России, где самый продолжительный отопительный сезон. Это Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область и Камчатский край. Доля расходов здесь является самой высокой, составляет почти 10 000 рублей.